Друзья, всем привет! Вы снова на моем канале Захар Хорошко. Хотел поделиться с вами видео о том, как машинка моя Lada Vesta SV проходит первую 1000 обкатки. Обратите внимание на спидометр 999 километров. Очень интересный момент в плане того, что сегодня у нас 8 марта. Один праздник и второй праздник. Это вот первая 1000, которую машина проехала за вот это время, с момента покупки. Что интересно могу, ребят, вам рассказать? А рассказать, как говорится, всегда есть что. Первое, самое главное, машина продолжает эксплуатироваться каждый день. Ездит долго, ездит много, ездит каждый день, еще раз повторюсь, не стоит в гараже, не парится. Что для этого интересного момента у нас с вами есть? Для этого у нас что есть? Есть самое главное — эмоции, положительные эмоции. Машина дарит радость каждый день за классную управляемость, за бесподобную старт на светофоре. Машинка едет с удовольствием. Кстати, ребят, могу вам еще такой момент сказать, тоже посмотрел многих ребят на каналах. И как раз таки все приходят к тому, что все-таки штатный размер шин имеет значение. Если мы ставим на автомобиль шины другого типа размера, не того, что устанавливает производитель, как раз таки, ну и под нагрузкой 1-2 человека, машинка, конечно, со светофора резво не стартанет. Это правда, ребята, да. Поэтому, если важна динамика в городе, и вы перемещаетесь короткими дистанциями, можно так сказать, иметь большие колеса на этой машине, ездить будет, ребят, неудобно. Вы не очень будете резки. Поэтому положенный 15 размер, допустим, в том моменте, которым брал я, вот его и планирую оставить на лето. Поэтому как бы 16-17 ставить не хочу. Что еще из интересного, ребят, за это время, за 999 километров? Абсолютно ничего, ребят, не ломается, никого не слушайте. Машинка просто чудесная. В машине очень тепло. Вот сейчас сижу, подъехал с работы возле дома. В машине просто очень-очень тепло. Вот у нас продолжает работать музыка. Блок управления климатом, все великолепно, все подсветочки работают, да, все горит великолепно. Машинка сейчас у нас работает. Обратите внимание, как работает, тихо автомобиль, его не слышно, только радио. Вот, выключил радио, ребят. Вот машинка действительно работает. Обратите внимание на обороты двигателя. Все, видите, лобовое стекло тает, в машине тепло, великолепно. Поэтому, если кто-то говорит, что мерзнут ноги, ребят, не верьте, это неправда. Что еще, ребят? Да, соль есть, да, на машинке она оседает, это зимний период эксплуатации. Мой, не мой, машинка, конечно, вымазывается. Но что вы хотели, ребят, что вы хотели? Темные цвета, они тоже требуют ухода. Что еще? Что еще интересного? Да, в принципе-то и сказать особо уже нечего. Время позднее, все, наверное, хотят спать, отдыхать, поздравлять своих женщин с праздниками. И я еще раз присоединяюсь, ребят, с праздником, с 8 марта, всех девушек, всех женщин, всех наших замечательных и любимых мам, всех вас с праздником. Спасибо большое, что вы у нас есть, дарите нам радость, эмоции в жизни, так же, как и наш автомобиль Lada Vesta. Ребят, спасибо большое, всем пока-пока, подписывайтесь, не жалейте, ставьте лайки, от вас, я думаю, не убудет. Ну, может, кто-то и дизлайки, тоже будет приятно, подумаем над темами дальнейших видео. Так что, ребят, всем пока-пока, удачи, удачи в жизни, по дороге, на ходу. И не только. Всем пока-пока.